Меня зовут Тоня. Я живу в Батьяме. Я приехала из города Славянск. Несколько месяцев назад я забрала сюда свою маму. Так как мы знаем все, что там... Ну, не все, точнее, я надеюсь, что все стали больше людей узнать, что на самом деле происходит. Я пришла сюда поддержать, потому что вижу новости, и это очень больно, что кругом такая ложь.